тайна последней цифры года вашего рождения. Считается, что год вашего рождения предопределен свыше, и душа его выбирает не случайно. Последняя цифра года вашего рождения особенно значимая. Ей покровительствует одна из пяти основных стихий, и ваша стихия определяет важные моменты в вашей судьбе. Конечно, можно не относиться к этому серьезно, но проверить интересно. Согласно древнему китайскому календарю, на который ориентируется восточный гороскоп, в каждый момент времени на Земле властвует одна из пяти основных стихий – дерево, огонь, земля, воздух, вода. Астрологи уверены, что эти стихии оказывают мощное влияние не только на природу, но и на характер человека. Они определяют его душевную организацию, привычки и пристрастия. Земля. Последняя цифра года рождения – 8 и 9. Люди элемента Земли надежны и терпеливы. Силы Земли наделяют их ответственностью по отношению к близким людям. У них много амбиций, но при этом они идеалистичны. Приземлены, проблемы решают поэтапно и с трезвой головой. У них хорошо развита интуиция. Окружающие люди стараются равняться на землян, поскольку у них хорошо развиты морально-нравственные ценности. Люди Земли ценят этику и дисциплину, а также умеют использовать собственные ресурсы с умом, благодаря своему достаточно консервативному характеру. Люди Земли находятся в хороших отношениях с деньгами, умеют видеть многие вещи с точки зрения их перспективности, бывают сдержаны в эмоциях, но также нуждаются в том, чтобы их любили. Землянам не хватает капельки авантюризма и живости, бывают жестокими и упрямыми. Огонь. Последняя цифра года рождения – 6 и 7. Люди огня всегда жаждут приключений и никогда не откажутся исследовать что-то новое. Это очень активные, энергичные личности с задатками отличных руководителей. Они любят конкурировать и выигрывать. Люди огня, как правило, привлекательны и притягательны. Они не выносят одиночества, предпочитая окружать себя людьми и постоянным движением. Кроме того, они крайне привязаны к близким, всяческими силами поддерживают любые семейные связи. Огненных людей отличает высокая самооценка, уверенность в себе. Они умны и дружелюбны, решительны и эффективны, а также не лишены ораторского таланта. Недостатки огненных людей – это их агрессивность и чрезмерное стремление достигнуть цели любыми способами. Кроме того, они излишне эмоциональны, страдают недостатком терпения, эгоистичны и чересчур амбициозны, редко считаются с другими людьми. Дерево. Последняя цифра года рождения – 4 и 5. Люди, родившиеся под покровительством дерева, очень щедры. Они твердо придерживаются своих принципов в плане этического поведения, любят исследовать мир и анализировать информацию, а еще они отличаются редкостной силой убеждения. Люди дерева очень артистичны и креативны, что нередко проявляется во всем, к чему они могут приложить свою руку. Они трудолюбивы и всегда ищут для себя какое-нибудь занятие, стремясь постоянно быть занятыми, и считают, что труд – это наилучшее применение своих сил. Уверенность в себе – это одна из наилучших их черт. Деревянные люди всегда благодарны за все, что у них есть, и не пытаются гнаться за излишествами или прыгнуть выше собственной головы, хотя сфера их интересов весьма обширна и разнообразна. Вода. Последняя цифра года рождения – 2 и 3. Люди воды считаются людьми обаятельными и отзывчивыми, а также они умеют сочувствовать. Они очень гибкие и отлично умеют плыть по течению. Кроме того, они умны и креативны. У людей воды потрясающее воображение, и они не боятся его использовать. Среди них немало отличных философов и мыслителей. Они весьма независимы и чаще всего осваивают несколько профессий. Представители воды обладают идеальными навыками общения и могут быть очень убедительными. Также следует отметить их выдающиеся способности в сфере дипломатии. Они очень интуитивны и способны уловить то, что ускользает от внимания других людей. Металл. Последняя цифра года рождения – 0 и 1. Металлические люди очень живучи, независимы и самостоятельны, что обусловлено их мощной силой характера. Они любят себя, но при этом умеют заботиться и уважать других. Они, как правило, довольно сдержаны, но при внешнем давлении активно и непоколебимо отстаивают себя и свою точку зрения. Представители этого элемента стремятся к упорядоченности и предпочитают баланс, равновесие, чистоту во всех смыслах этого слова. Их отличает надежность и решительность, хотя порой они держатся несколько особняком, не пытаясь быть частью толпы. Когда люди металла знают, что они ищут и хотят, то их решимости можно позавидовать, ведь препятствия и неудачи никогда не могут заставить этих людей
людей свернуть с пути. А все проблемы они умеют решать с легкостью. У них нет страха перед одиночеством, а единственное, что они хотят от социума, это признание их достижений и успехов. Среди недостатков людей металла можно отметить их периодическую импульсивность, сознательно или подсознательно. Все они обладают непреодолимой тягой к роскоши, деньгам и власти. Нередко они могут быть упрямыми и вести себя необоснованно. Будучи руководителями, люди металла весьма требовательны и хотят, чтобы подчиненные максимально соответствовали их высоким стандартам и ожиданиям. Металл – это запад, сезон – осень, цвет металла – белый. Металл ассоциируется с дыхательной системой и легкими.